Нам понравилось выступать. Мы не можем сказать, что это было легкое выступление. Да. Но, тем не менее, было приятно. Собственно, выступали мы на фестивале «Бульвар искусств». И оказались мы там в том числе при поддержке наших дорогих слушателей. Наших дорогих вас. Да. Проще говоря. На портале City Celebrity, и мы стали одной из 9 музыкантов своих музыкальных групп, отобранных для выступления на главной сцене Бульвара искусств на Рождественском бульваре. Конечно, большая для нас честь и радость. Нам было очень приятно, потому что в нашем жанре, в стиле, уж не знаю, как это называть, мы были единственные, да, то есть в основном там были либо такой тяжеляк, либо что-то такое R&B, там вот в таком духе, ну, мы одни тут страны, и мы представляли фанов. В том числе. Как мы это себе представляем? Да, как мы это себе представляем. Давайте сделаем испанку. Участвовали в этой композиции «Ветер» на трещоты как раз.
Также на три счета наша композиция совсем вот недавно участвовала в конкурсе «Светки падающие лист» от портала «Рок-идея». К сожалению, мы там заняли 4-е место, чуть-чуть нам не хватило до того, чтобы подняться в тройку лидеров. Но все равно вам очень благодарны за поддержку и очень благодарны жюри за высокую, действительно высокую оценку этой песни, нашего творчества. Еще мы приняли участие в конкурсе на портале «Афиши и мода», где у нас тоже очень-очень помогли. Мы представляли там видео «Сын богов» и «Песня душа». И в итоге мы выиграли этот конкурс и получили приз в качестве размещения треков нашего дебютного альбома на главной странице крупного портала «Афиши и мода», за что им большое спасибо. И вам, конечно, за поддержку. Без вас ни один конкурс мы бы не выиграли, конечно, никогда. Спасибо. Что хочется сказать еще дополнительно про саму песню «На три счета»? Она первый раз была озвучена в сети на интернет-альбоме. Для нас ее собирал Александр, да, уже? Александр Шанте, собственно говоря, тот звукорежиссер, который изготовлял, так сказать, нынешний альбом. Это была пробная, так сказать, да. Ну так вот, к моменту мы уже дописали, все записали, просто переписали по 30 раз одно и то же. Это технологический процесс, не суть, важно. И тут ему пришло перебрать на три счета и сделать ее по-другому. В общем, в итоге пришлось и эту песню включать туда же, да? Она у нас там радостно дополнила весь наш альбом. Хотя изначально такого не планировалось, но тем не менее.